Все для фронта, все для победы. Очередная партия гуманитарной помощи отправлена из Карачаева-Черкесии участникам СВО. Подробности у Али Баташева. Коробки с гуманитарной помощью заносят судебные приставы и сотрудники Народного фронта республики. Именно здесь, в Черкесске, по улице Ленина, 34, складируется и отправляется на передовую все, собранное для бойцов СВО из нашей республики и мирных жителей освобожденных территорий. С момента проведения специальной военной операции Федеральная служба судебных приставов Карачаева-Черкесии уже третий раз собирает гуманитарный груз и отправляет его по назначению. Продовольственные наборы, медикаменты, а также вот горелки с отопительными элементами. В сборе гуманитарного груза приняли участие все сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской республике. Так как мы все время на связи и с семьями военнослужащих, и непосредственно с самими военнослужащими, которые находятся на передовой, и, естественно, с руководством, с командованием воинских частей, могу с ответственностью заявить, что то, что приходит вот в заявках, оно действительно необходимо, востребовано. Буквально вот на днях, за эти выходные, мы отправляли очередную партию, чуть-чуть разгрузили наш склад. И непосредственно с человеком, который приехал с передовой и поехал обратно. Акция «Все для победы», организованная Народным фронтом для сбора вещей и денежных средств участникам СВО и мирным жителям освобожденных территорий, стартовала 9 месяцев назад. Каждый желающий может внести свой вклад в победу. Али Баташев, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия.